Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале «Про цветок». Сегодняшняя наша тема будет «Как правильно сушить чеснок». Предыдущий ролик вызвал много откликов и появились некоторые вопросы. На эти вопросы вам отвечу я, Петр Николаевич Ломонос, ученый-агроном. Значит, вопрос был очень такой интересный, как бы и необычный для меня. Чем? Необычно, что мы сказали, а вдруг нету стрелок, и мы не знаем, когда копать чеснок. Я специально оставил два сорта чеснока по пару рядочков, чтобы показать вам, когда надо правильно убирать чеснок. Смотрите, правильно чеснок убирать в том случае, он же созревший, и максимальный размер луковицы будет тогда, когда нижние листья уже позасыхали, верхние три наполовину пожелтели. Это оптимальный срок уборки чеснока. Если ваш чеснок высох полностью, вот как вот на этих растениях видно уже, в этот сорт очень ранний, значит, этот чеснок уже будет растреснутый, уже луковицы цельной не будет. Поэтому, знаете, не надо сильно торопиться, но нельзя опаздывать с уборкой чеснока. Посмотрите на второй сорт. Вот тот сорт уже сейчас оптимальное время уборки. Этот сорт уже оптимальное время уборки ушло. Вот. Ну а дальше сейчас пойдем. Вы видели, что мы делали с чесноком, как его мыли в воде. А сейчас покажем, как правильно сушить чеснок. Мы уже убрали чеснок. Вот мы его уже подготовили. Наш чеснок уже подготовлен. Как правильно сушить чеснок? Давайте будем разбираться вместе. Значит, ну, знаете сразу. Во-первых, от чего зависит сохранность чеснока? Вот зимний чеснок в наших условиях Белоруссии, где вот я проживаю, и который по своей технологии, которую я вам рассказываю, хранится до середины марта месяца. При комнатной температуре где-то 15-18 градусов он прекрасно выдерживает. Что необходимо знать, чтобы чеснок хорошо хранился? Ну, во-первых, вы как заметили, чеснок я подкапываю. Обязательно подкапываю, значит, у меня не повреждается донце. Видите, вот чеснок очищен, он красивый такой, конечно, все. Вот. Сразу сортирую его, вот, и он быстро просыхает. Но знаете, что, как хранить, как, например, сушить чеснок? Как его необходимо сушить? Чеснок нельзя держать на солнце, категорически нельзя. Ни полдня, ни два, ни три часа. Почему нельзя держать на солнце? Потому что даже если его чешуи, чеснок, его зубки могут получить солнечные ожоги. В чем проявляются солнечные ожоги? Вы могли наблюдать. Чеснок лежал на солнце, вы не обратили внимания. А вот потом, когда вы снимаете чешую, используете зубчик где-то в пищу, вы видите на зубчике как бы язвочка. Как бы язвочка, как типа ожога. Вот это ожог, это и есть действие солнца на луковице чеснока. Поэтому чеснок сушится, досушится только в тени. Ни в коем случае не на прямом солнце. Только тень, чтобы солнце не падало. У меня чеснок сушится под навесом. Специально сделан навесик, где есть вентиляция. Это обязательное условие сушки. Если не будет вентиляции, эти вот луковицы просто-напросто все заплесневают. Раз заплесневают, появляются бактерии, и он будет храниться гораздо проще. Укладываю чеснок. Как? Беру такие вот пластмассовые ящики, и вот видите, в один ряд укладываю чесночины. Воздух спокойно ходит, и чеснок спокойно сохнет. Ну, температура сушки чеснока. Это тоже вопрос очень, ну, важный и интересный. Значит, чеснок сохнет при температуре 25-35 градусов. Ну, в этом году на улице температура где-то 30-32 градуса у нас вот, в центральной части Белоруссии, поэтому температура подходящая для сушки чеснока на свежем воздухе под навесом. В прошлые годы, когда было более прохладно, когда были ниже температуры, я чеснок сушил также, точно так же раскладывал, как вот сейчас вот видно на ящиках, и сушил на чердаке. Заносил на чердак и так вот раскладывал. Луковицы высыхали где-то в течение недели. Все высыхали прекрасно. Ну, сейчас, поскольку фон на улице 30 градусов, и где-то градусов 12-13 уже на крыше, нежелательно. На чердаке сейчас сушить нежелательно, потому что высокая температура. Чеснок может получить тепловое повреждение. Вы тоже видели, вы могли наблюдать. Зубок становится как бы стекловидный. Стекловидная консистенция зубка говорит о том, что чеснок получил тепловое облучение. Тепло подействовало, и этот зубок уже становится непригодным к пище. Так что видите, сколько факторов влияет на сохранность чеснока. Вот. Значит, прохладное помещение, обязательно вентилируемое помещение, обязательно вдали от солнечных лучей. Главное условие сушки чеснока. Ну, окончанием сушки чеснока что будет? Ну, видите, сейчас вот этот стебель толстый и все. Вот. Где-то я же
просушиваем, а уже окончательно сушить чеснок, вот уже чеснок высохший, видите, он уже высох, это раньше выкопанный чесночок, уже высох, вот уже видите, он уже легко уже вот так ломается, этот чеснок уже пригоден сухой уже к хранению. Ну, дальше можно поступить двумя путями. Если вам нравится плести, вы его можете сплести в плетеночку. Такую косичку с плетеночку сплести. Но поскольку не всегда на это есть время, вот, самый простой способ, что взять просто обрезать чеснок и положить в каких-то вот ящичках. Ну, ящики опять же, видите, ящик должен быть вентилируемый. Он полностью вентилируемый ящик. Вместо ящика можно использовать овощную сетку. Вы видели на рынках продающий лук, там это самый картошку, в таких овощных сетках, то есть вентилируемых. И вот этот ящичек мы и будем ложить лук, чеснок, вернее, для зимнего хранения. Делается, опять же, вот смотрите, вот у нас есть луковица. Есть луковица, мы отступаем где-то 3-4 сантиметра. Не образуем уровень с луковицей, а 3-4 сантиметра мы отступаем. Отступили, наша луковичка уже готова для зимнего хранения. Точно так также поступаем с остальными луковицами. Видите, вид красивый, и чесночинки. Вот. Это считается образаю чеснок, который без стрелок. Зимний чеснок бесстрелочный. Он раньше убирался на 2 недели, чем вот этот стрелкующийся. Поэтому он уже высохший, и он вполне пригоден для зимнего хранения уже закладывать. Многие дачники опять же задаются вопросом, как плотно укладывать чеснок для просушки. Вот если видно на этом ящике, вы видите, весь чеснок укладывается в один рад. Ни в коем случае не укладывайте его 2 рада. Не экономьте. Вы, то, что если будете экономить, вы испортите уже то, что у вас выращено. В один рад, вот так он прекрасно, луковица на луковицу не налегает. Видите, вот так вот свободно. Только в таком случае он хорошо просыхает. То есть в один рад. Ни в коем случае ни в 2, ни в 3 рада не надо ложить. Вот, лучше его найти место найти достаточно теневых, это не солнечные места, и можно просушить. Но я советую, значит, что сделать. Самое простое место, если у вас есть, конечно, нету навеса, у многих есть гаражи. Надо положить в гараж точно так же, вот такую систему, как у меня на ящик. Но не забывайте, в обед гараж надо открывать, потому что солнце нагревает крышу, температура повышается. Открываем двери гаража, чтобы была вентиляция, чтобы заходил воздух. Только в таких условиях ваш чеснок будет хорошо досушиваться, дозревать, и он не будет как бы повреждаться болезнями. Не будет иметь тех солнечных ожогов и тепловых ожогов, про которые я вам уже рассказывал. Так что учтите эти советы. Вот, по сушке чеснока, вот, и не держите на солнце. Самое основное условие хорошего зимнего хранения чеснока. Только в таких, при этих условиях, что я вам рассказал, он будет хорошо храниться у вас и может использоваться в пищу до середины марта месяца. Вам хороших урожаев, подписывайтесь на наш YouTube-канал, смотрите нас, до свидания.